А у кого сегодня день рождения? Ой, это у Бонечки. У маленькой Бонечки сегодня день рождения. А сколько Бонечке лет? Ой, Бонечки, Бонечке 7 лет. Маленькая Боня. Да ты именинница главная у нас сегодня. Бони. Ай, Тибони, лапку нализывает маленькая Бони, вылизывает свою лапку, чтобы лапка была чистая на Бонины именины. Давай, Бони, нализывай свою пяточку. Каждый пальчик Бони и между пальчиками вылежи, под ноготочками все проверь, чтобы не было нигде грязи. Ой, а чья это игрушка такая? Ай, Бони, посмотри. Игрушка специально на день рождения, Бони. Какой хороший подарок. Пусик, ты тоже хочешь играть? Маленький. Мячик хочешь? Мячик хочешь, чтобы Бони тебе подкинула? А уточка своя? Смотри, у тебя уточка есть. Можешь в уточку поиграть, а Бони поиграет в мячик. Пусик, ну где твоя уточка? Ай ты, Пусик, уточку свою не видит. Мячик дайте Пусику. Пусику нужно то, что недоступно. Уточка неинтересна, интересен мячик, потому что мячик у Бони. Если бы была уточка у Бони, то была бы уточка интересна, а так интересен мячик. Все должно быть у Пусика. И уточка, и мячик. И дразнилка. Все должно быть у Пусика. И день рождения тоже сегодня должно быть у Пусика, а не у Бони. Это нечестно. А какой мячик. Мячик заслужили. Мячик достался. Мячик опять вне доступа. Опять мячик утрачен. Ай, мячик. Теперь ничего не нужно Пусику. Все у Пусика есть. И уточка, и мячик, и внимание. Все у Пусика.